Суперстар – первая матрица с динамическим ремаркетингом. Мультиматричная платформа Stars запускает инновационный маркетинг сетевой индустрии «Суперстар». Маркетинг призван изменить устоявшиеся правила сетевого бизнеса и запустить новую эпоху матричных проектов. «Суперстар» — первая в мире матрица с динамическим ремаркетингом, которая открывает предпринимателям новые возможности для заработка в сети. Динамический ремаркетинг предлагает сетевым предпринимателям взглянуть по-новому на работу двух ключевых аспектов — построение команды и закрытие столов. В каждой матрице «Суперстар» пользователь может приобрести один стол только один раз. Согласно принципу ремаркетинга, при закрытии стола предприниматель не идет в глубину структуры, а просто запускает работу стола заново. Таким образом, работа приобретает циклический характер, исключая привычное движение в глубину. Другим важным преимуществом «Суперстар» является отсутствие накопительной системы. Все денежные средства распределяются по сети, за счет чего происходят мгновенные выплаты. При этом выплаты производятся за каждого лично приглашенного партнера в 100% размере. Согласно аналитике, при закрытии стола партнер получает доход в 3 раза больше стоимости места в матрице. Быстрое закрытие столов, стремительный рост доходов наших партнеров и мгновенные выплаты – это то, что обеспечивает высокую динамику работы «Суперстар». Отсюда и следует название – динамический ремаркетинг. Важной особенностью «Суперстар» являются кометы, которые закрывают свободные места в столе партнера. Кометы — это аналог обычных клонов с измененным функционалом. После закрытия места кометы дают выплату партнеру и не переходят в другой стол. Кометы встают только в первый, второй и третий столы. Автоматически распределяются между партнерами первой и второй линии в порядке живой очереди. Кометы — это уникальное явление в мире матричного маркетинга. Преимущество данной технологии состоит в том, что партнеру не нужно закрывать кометы как обычных клонов и строить под ними структуру. Преимущество «Суперстар» — инновационный динамический ремаркетинг, уникальная технология комет. Вход — 100 рублей. Нет накоплений. 100% средств уходит в сеть. От каждого лично приглашенного 100% выплата. Достаточно одного активного партнера, чтобы начать зарабатывать. Доход – стоимость места умножить на 3. Мгновенные выплаты. Суперстар Level 1. Вход в матрицу – 100 рублей. При заполнении первого места – 100 рублей на вывод. При заполнении второго места – 100 рублей на вывод. При заполнении третьего места – 100 рублей на вывод. При заполнении четвертого места – 100 рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 2. Суперстар Level 2. Вход в матрицу – 300 рублей. При заполнении первого места – 300 рублей на вывод. При заполнении второго места – 300 рублей на вывод. При заполнении третьего места – 300 рублей на вывод. При заполнении четвертого места – 300 рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 3. Суперстар Level 3. Вход в матрицу – 900 рублей. При заполнении первого места – 900 рублей на вывод. При заполнении второго места – 900 рублей на вывод. При заполнении третьего места – 900 рублей на вывод. При заполнении четвертого места – 900 рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 4. Суперстар Level 4. Вход в матрицу – 2700 рублей. При заполнении первого места – 2000 на вывод. Первый клон в М1 Star, две кометы в Level 1. При заполнении второго места – 2000 рублей на вывод. Первый клон в М1 Stars, две кометы в Level 1. При заполнении третьего места – 2000 рублей на вывод. Один клон в М1 Stars, две кометы в Level 1. При заполнении четвертого места – 2700 рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 5. Суперстар Level 5. Вход в матрицу – 6000 рублей. При заполнении первого места – 5000 рублей на вывод. Один клон в М1 Stars – 5 комет в Level 1. При заполнении второго места – 5000 рублей на вывод. Один клон в М1 Stars – 5 комет в Level 1. При заполнении третьего места – 5000 рублей на вывод. Один клон в М1 Stars – 5 комет в Level 1. При заполнении четвертого места – 6000 рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 6. Суперстар Level 6. Вход в матрицу – 15 тысяч рублей. При заполнении первого места – 12 тысяч рублей на вывод. Три клона в М1 Stars – 5 комет в Level 2. При заполнении второго места – 12 тысяч рублей на вывод. Три клона в М1 Stars – 5 комет в Level 2. При заполнении третьего места – 12 тысяч рублей на вывод. Три клона в М1 Stars – 5 комет в Level 2.
При заполнении четвертого места – 15 тысяч рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 7. Суперстар Level 7. Вход в матрицу – 36 тысяч рублей. При заполнении первого места – 30 тысяч рублей на вывод. 6 клонов в М1 Stars, 10 комет в Level 2. При заполнении второго места – 30 тысяч рублей на вывод. 6 клонов в М1 Stars, 10 комет в Level 2. При заполнении третьего места – 30 тысяч рублей на вывод. 6 клонов в М1 Stars, 10 комет в Level 2. При заполнении четвертого места – 36 тысяч рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 8. Суперстар Level 8. Вход в матрицу – 90 тысяч рублей. При заполнении первого места – 65 тысяч рублей на вывод. 22 клона в М1 Stars, 1 клон в Auto Stars. 10 комет в Level 3. При заполнении второго места – 65 тысяч рублей на вывод. 22 клона в М1 Stars, 1 клон в Auto Stars. 10 комет в Level 3. При заполнении третьего места – 65 тысяч рублей на вывод. 22 клона в М1 Stars, 1 клон в Auto Stars, 10 комет в Level 3. При заполнении четвертого места – 90 тысяч рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 9. Суперстар Level 9. Вход в матрицу – 195 тысяч рублей. При заполнении первого места – 145 тысяч рублей на вывод. 44 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 3. При заполнении второго места – 145 тысяч рублей на вывод. 44 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 3. При заполнении третьего места – 145 тысяч рублей на вывод. 44 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 3. При заполнении четвертого места – 195 тысяч рублей реинвест. При прохождении второго круга идет накопление на стол Level 10. Суперстар Level 10. Вход в матрицу – 435 тысяч рублей. При заполнении первого места – 370 тысяч рублей на вывод. 62 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 1, 20 комет в Level 2, 20 комет в Level 3. При заполнении второго места 370 тысяч рублей на вывод. 62 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 1, 20 комет в Level 2, 20 комет в Level 3. При заполнении третьего места – 370 тысяч рублей на вывод. 62 клона в М1 Stars, 2 клона в Auto Stars, 20 комет в Level 1, 20 комет в Level 2, 20 комет в Level 3. При заполнении четвертого места – 435 тысяч рублей реинвест. Зарабатывать и развиваться в сетевом бизнесе стало просто как никогда благодаря мультиматричной платформе Stars.